Заместителя акима Шымкента Максута Исахова подозревают в коррупции. Подробности в КНБ не озвучили. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в 200 тысяч долларов. Это около 90 миллионов тенге. Так написал в своем телеграм-канале Михаил Казачков. Чиновника задержали после проведения негласных следственных действий Комитетом национальной безопасности. Задержание произошло этим утром. Сейчас проводится досудебное расследование. Максут Исахов занимает пост заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Курирует несколько сфер – транспорт и строительство дорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель. 49-летний Максут Исахов был назначен на должность заместителя акима Шымкента в феврале 2020 года. Ранее около 2 лет он работал государственным инспектором в администрации президента Казахстана. В разные годы работал в компании «Казахстан Темиржолы», был заместителем руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог, заместителем акима Усть-Каменогорска, руководителем управления пассажирского транспорта